пожалуйста. Ребята, я хочу спросить, кто из вас услышал, под какую музыку мы зашли в класс? Может быть, кто-то узнал ее? Пожалуйста. Под маршевую. Марш? Маршевую, абсолютно правильно. Мы зашли под маршевую музыку, под марш, можно даже сказать. А кто-нибудь слышал этот марш когда-нибудь? Да. Слышали? А я один марш играл? Или два, или три, или четыре? Сколько? Пожалуйста. Один. И тебе показалось. Кому показалось по-другому? Никому. Всем. Значит, я вам напомню, ребята, что я играл, когда вы входили. Когда вы входили, я играл вот так. Как вы думаете, это та же самая музыка? Нет. А? Как вы считаете? Так. Правильно вы считаете, ребята, это совсем другая музыка, но я просто почему-то их решил соединить. Почему? Я вам объясню чуть-чуть позже. Если вы не знаете, то я вам напомню, что вот это за музыка. Ну, во-первых, вы правильно сказали, что это марш, но теперь вы мне должны сказать, на ваш взгляд, кто это маршевой. Тут, послушайте, я еще раз сыграю, не так, как вы заходили, а вот как она должна звучать. Послушайте. Пожалуйста. Это марш деревянных солдатиков. А ты знаешь эту музыку, да? А ты как считаешь, что это? Кто это маршевые? Это тоже марш деревянных солдатиков. Да, правильно, правильно. Это марш деревянных солдатиков. Скажи всем, какого композитора? Ну, конечно, Петра или Чайковского. Марш деревянных солдатиков. Потому она так звучит тихо. Я вас попрошу, ребята, сядьте ровненько на краешек стула и ноги плотно в пол. Мы сейчас с вами эту мелодию пропоем. Марш деревянных солдатиков, тихонько. Тихонько на слог та. Даже такой. И. Отлично, прекрасно. Как вы думаете? Дальше, после того, что вы пропели, будет повторяться опять сначала или пойдет какая-то другая музыка, пожалуйста? Пойдет. А ты как считаешь? Да. Вы знаете, ребята, вот у музыки есть одно такое качество. Если все время музыка будет звучать одинаково и повторяться одно и то же, это будет интересная музыка или не очень? Мне тоже кажется, что она будет не очень интересная. И поэтому композиторы, когда сочиняют музыку, они прям внутренне чувствуют, что нужно, чтобы новая пошла музыка. Давайте послушаем, как это сделал Петр Ильич Чайковский. Какая музыка зазвучит дальше? Покажите первой музыки, с которой начиналось, или второй, которую я только что сыграл. Глазки закройте, головки опустите, чтобы никто ни на кого не смотрел. Глазки закройте, головки опустите. И сейчас пойдет первая музыка или вторая. Показали. Один пальчик или два пальчика. Как вы считаете, первая, да, начнется опять сначала музыка или будет... Ну, абсолютное большинство. Молодцы, открыли глаза, даже некого выделить. Все абсолютно правильно показывают. Все правильно почувствовали, что после вот этой музыки... Деревянных солдатиков состоит, как вы поняли, из скольких частей? Из одной, из двух или из трех? Покажите мне пальчиками. Я увижу. Кто-то считает, что с двух, кто-то считает, что с трех. В музыке, ребята, если третья часть повторяет абсолютно так же первую, это называется
три части. То есть это музыка трехчастная. Ну, те, которые показывают две, они подразумевали, что есть одна музыка, есть другая, а потом первая опять повторяется. Тоже, в принципе, правильно, но на самом деле правильнее считать, что это трехчастная. Первая часть, вторая и опять повторение первой части. Значит, композитор Петр Ильич Чайковский, он не просто сочинил красивую музыку марша «Деревянных солдатиков», но он еще придумал какую-то вот другую музыку в средней части, чтобы показать, как немножко меняется настроение. Вот по вашему мнению, что это может быть такое? Почему вдруг было вот такое, а стало вот такое? Что это может быть? Что произошло? Минор? Ну, да, здесь есть минор. А почему? Что это произошло такое у солдатиков? Вот они шли. Слышите, да? А потом вдруг. Что это произошло? Ну придумайте, что могло произойти такое? Ну, пожалуйста. Мне кажется, что-то произошло такое, или они испугались, или что-то произошло такое. Так, еще какие мнения? Хорошо, спасибо. Еще мнения? Пожалуйста. Что-то такое произошло страшное. Что, может быть, они что-то увидели или что? Что? Ребят, тут надо понять, ведь после этого опять зазвучала вот эта музыка. Вот надо как-то увязать, что сейчас что-то произошло, а потом опять все вернулось в прежнем состоянии. Пожалуйста. Они, ну, как маршировали, да. Громче. Ну, в середине громче маршировали. Вот это вот громче. Ну, пожалуйста. Мне кажется, они шли, потом остановились и опять пошли. Да, они остановились. Мы не знаем, по какой причине. Может быть, им показалось, что где-то неприятель появляется. Может быть, что-то услышали, подумали, что появится неприятель. Да, пожалуйста. Может, они что-то увидели и потом пошли опять. Да, потом поняли, что еще пока неприятеля нет, и можно продолжать свое движение. Отлично, молодцы. Ребята, я хочу еще напомнить вам музыку, под которую мы входили. Вот такая была музыка. Кто-нибудь знает, что это за музыка? Это в стиле ронда? Нет, это не в стиле ронда. Это музыка, написанная на русскую народную тему. Есть такой русский народный очень веселый танец. Слышали такую мелодию? Как называется? Камаринская. Кто это сказал? Молодец, отлично. Эта музыка называется «Камаринская», русская народная плясовая песня. А Петр Ильич Чайковский взял вот эту мелодию, он ее немножко изменил, и послушайте, какое у него получилось произведение. Красивая музыка? Да. Красивая. Ну, вы узнали, что эта музыка похожа на камаринскую? Только она немножко по-другому звучит, да? Отлично. Еще. Кто заметил, ребята, как эта музыка развивалась? Как развивалась музыка марша деревянных солдатиков, мы с вами услышали. Вначале была первая музыка, потом в середине что-то произошло, да? И закончилась опять первой. Здесь как развивалась музыка? Пожалуйста. Тебе кажется, что у нас все громче и громче, да? Вот сейчас я тебе сыграю сам конец, как я играл. Все громче и громче. Это все громче и громче? Нет, это был самый конец музыки, пожалуйста. Мне кажется, все быстрее и быстрее. Тебе кажется быстрее. Вот я играю начало. И сейчас я сразу сыграю в конец. Ребята, стало быстрее? Нет. Нет, пожалуйста. В конце. Да. Но в середине было по-другому. В середине она правильно говорила, становилась громче, громче, а в конце стало тихо. Пожалуйста. Сначала музыка играла громко, потом еще раз громко, а потом тихо. А потом тихо. Значит, вы услышали, что в музыке менялась громкость.
Хорошо. Сама музыка. Вот прозвучала первая мелодия. Кто помнит? Дальше зазвучала. Опять та же или какая-то новая пошла? Новая. Правильно. Дальше пошла вот такая музыка. Отлично. А дальше какая пошла? Кто-нибудь, может, запомнил? Может быть, первая повторилась? Может, опять вторая? Ну, пожалуйста. Первая повторилась. Первая повторилась. У тебя как? Первая. Первая повторилась. А тебе? Первая. Все так услышали, да? Никто по-другому не услышал? Нет. Ну, тогда мне придется сыграть еще раз первую, вторую, а после нее то, что дальше. То есть вот эта вторая была, вот она. Вот это зазвучало еще раз, да? А? Нет, а новая. Совершенно новая. Совершенно новая. Скажите, пожалуйста, а вот эта новая музыка, она полностью новая или она похожа на ту, которая была в начале? Пожалуйста. Она похожа на... Кто-нибудь может считать, что она совсем не похожа? Ты считаешь, что не похожа, да? Нет. Не похожа. Вот давайте мы сейчас послушаем первую музыку. А вот та, которая появилась, третья. Еще раз первая. И третья. Есть что-то общее? Конечно, если не спеть, мы никогда общего не увидим. Поэтому сели на краешке стула. Пожалуйста. Мелодию смотрите, как она будет звучать. Улыбнулись, это веселая плюсовая песня, называется «Камаринская русская народная», пожалуйста, и... А теперь споем вот эту музыку, которая появилась третьей. Совсем не похожа на первую. Пожалуйста. Да, не похожа. Совершенно, пожалуйста. Не похожа. Не похожа, пожалуйста. Не похожа. А кому-нибудь похоже? Поднимите руки. Никому не похоже. Тогда я вам спою вашу мелодию первую. Даже могу сыграть вначале. Я вам сыграю только один звук, а второй буду пропускать. Потом опять буду играть звук, а второй буду пропускать. Можно я так сыграю? Не вот так, а вот так. Понятно, да? Вот, не вот так, а вот так. А теперь сыграю третью. Ну что? Они звук один похож. Да они все звуки, вот оставленный звук, а один звук пропущен. А на самом деле все те же звуки. Слышите или не слышите? Слышу. Мне тоже кажется, что это слышно. И, наконец, кто-то запомнил, а чем закончилась эта музыка камаринская? Какой музыкой закончилась? Кто-то правильно, ну правильно, скажи всем. Тихо. Закончилась той музыкой, которая звучит тише. Может быть, кто-то понимает, она первой, второй или третьей закончилась, или какой-то новой. Давайте вы мне, пожалуйста, покажите пальчиками, глазки закройте, голову опустите. Первый, второй, третий, или прям пять покажите, то есть совсем новая какая-то, чтобы я не запутался. Глазки закрыли, головки опустили, показали. Держим, ни на кого не смотрим. Второй кто-то показывает, первый кто-то, третий кто-то, кто-то, да, опять, так, 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 держим, держим, держим. Не понимаешь, что ты, Катя, показываешь. А, вот так показываешь, да? Все, спасибо, посмотрели на меня. Я до кого-то дотронулся. Встаньте, до кого я дотронулся.
До головы, да. Встаньте, 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 до кого дотронулся. Вот. Эти ребята, как мне кажется, они показали правильно. Они показали, почувствовали, что звучит одна музыка, потом совсем другая, потом совсем третья, а заканчивается совсем четвертой. Спасибо, ребят, молодцы, садитесь. Я вам сейчас сыграю от начала до конца, а вы опять послушайте и обратите внимание, чем закончится. Вы должны это знать, ребята. А как же называется такая форма построения музыки, когда звучит каждый раз по-разному музыка, но всегда она похожа на первую? О, уже много ребят вспомнили, много. Ну, раз так много, по моей руке скажите, такая форма называется? Ронда. Вы считаете, что когда все время по-разному звучит, называется ронда? Еще раз. Ребята, когда каждый раз по-разному звучит, называется вариацией. Ну и как раз у меня есть к вам вопрос. Прозвучало два произведения Петра Ильича Чайковского. Кто-нибудь знает, а что в них общего, кроме того, что их сочинил один композитор? У этих двух произведений, у «Марша деревянных солдатиков» и у «Камаринской». Пожалуйста. Они все написаны в мажоре. Хорошо, правильно, молодец. Еще. Пожалуйста. Они все быстрые. Они довольно быстрые, так, молодцы. Еще? Ну? Они звонкие. Звонкие. Сейчас я вам покажу очень красивую книжечку, да? Эти оба произведения Петра Ильича Чайковского из, как вы уже догадались? Из детского альбома. Да, из детского альбома. Это специально музыка, которую он написал для своего племянника, но потом оказалось, что это он не только для своего племянника написал, а для кого? Да, для всех детей эта музыка прекрасная из детского альбома. Скажите, пожалуйста, а вы знаете еще какие-нибудь вариации, кроме вот вариации Камаринской, которую мы сегодня с вами послушали? Пожалуйста, какую знаете? А вы знаете вы ли, на какую мелодию эта вариация? Пожалуйста. Я вот это еще одна вариация была, это французская, наверное, «Послушай песню». «Послушай песню». Но вы говорите об одном и том же, потому что вариации Моцарта написаны на французскую народную песню. Я вам эту песню наиграю. А мы даже, давайте мы ее даже споем. Давайте один разочек закрытым ртом, чтобы настроиться эту мелодию тихонько. И... Вы со словами ее знаете, да? Пожалуйста, поем и слышишь песню у ворот, то пастух овец зовет, лишь зарей зардеет небо, он берет краюшку хлеба, туру-туру-туру-ру, выйдем рано поутру. Отлично, молодцы, очень хорошо. Ребят, мы с вами уже говорили о том, что когда музыка повторяется одинаково много раз, конечно, это не всегда бывает интересно, да? Вот я сейчас хочу предложить, чтобы было интересней спеть таким образом. Вы начнете петь эту песню, а я вам буду ее подпевать. Но чуть-чуть позже я вступлю, только вы постарайтесь не сбиться, хорошо? Вы свое будете петь, а я свое, но ту же самую песню. Пожалуйста, слышишь песню? И... Слышишь песню у ворот, то пастух овец зовет, лишь зарей зардеет небо, он берет краюшку хлеба, туру-туру-туру, выйдем рано поутру. Вот единственное, что надо было в конце
вот я показываю, не снимаю ваше звучание. Надо было ту-ру-ру, вот так. И тянуть. Пожалуйста, давайте последнее. Ту-ру-ру. И... Выйдем рано по... Нет. Давайте так. Выйдем рано по утру. Слово по утру. И тянем, пожалуйста. Выйдем рано по утру. Отлично, понятно, да? Вот давайте мы сейчас разделимся как раз вот на тебе пополам. Ваша половина на меня посмотрите, ребята, пожалуйста. Вы начинаете, вы продолжаете. Да, пожалуйста. Слышишь песню, слышишь песню. И. Слышишь песню, слышишь песню. Надо было посмотреть на меня. Так, хорошо, молодцы, но мне показалось, ваша половина как-то дружнее. Давайте вы начнете, а вы будете, я вам подсказываю, на меня смотрите, и вы тогда не собьетесь. Пожалуйста. Слышишь? Да? Ну, в общем, моя рука показывает. Что бы я ни сказал, самое главное вам покажет рука, когда вступать. Пожалуйста. И... Слышишь песню? Слышишь песню, то пастуха ветзает, то пастуха ветзает, лишь зарей зардеет небо, он берет краюшку хлеба. Туру-туру, туру-ру, выйдем рано по утру. Вот если бы не засмеялась, было бы вообще отлично. Итак, как вам кажется, ребята, как интереснее слушать, когда просто она звучит или когда вот так вот, вот одни вступают, другие продолжают? А? Когда? Я думаю, ответ очевиден, да? Можно даже не отвечать. Конечно, когда вот так, гораздо интереснее. Кто-нибудь знает, как называется такое исполнение? Пожалуйста. Два, да, правильно. Тут звучат две группы голосов. Но правильно какое название? Пожалуйста. Называется это канон. То есть пение каноном. Да, вы просто забыли это слово. Отлично. Но я хочу вам сыграть, ребята, не то, как мы с вами пропели, а то, как сочинил композитор Моцарт. Вот смотрите. Сейчас сделал композитор Моцарт, как вы поняли? Пожалуйста. Кажется, он немножко переделал мелодию. Да. Он не столько ее переделал, он оставил ту же самую мелодию. Он добавил еще одну руку, да? И получилось такое более благозвучное звучание самой мелодии пастушьей песни. Смотрите. Да? Что произойдет дальше? Слушаем. Пожалуйста. Она быстрее стала. Да, тебе как показалось, что она стала быстрее. Тебе как показалось? Она стала в мажоре. Она и была в мажоре. Пожалуйста. Вариация. Что, как бы ты понимаешь, что значит вариация? Что значит вариация? Она в разных формах звучит. Да, то есть она стала по-другому звучать, да? То есть вроде бы она осталась, та же мелодия. Вот если вы послушаете внимательно правую руку, послушайте, песня изменилась или нет? Нет, как звучало, так и звучит. Но посмотрите, что он делает левой рукой. Thank you.
добавила свое какое-то такое звучание, пожалуйста. Чтобы громче было. Я не только думаю, чтобы то было громче просто. Я думаю, чтобы левую руку добавила, чтобы было быстрее, как бы ярче. Быстрее, ярче стало, ну, пожалуйста. Красить. Конечно, чтобы как-то вот она украсила, чтобы она... Чтобы она стала намного красивее. Чтобы она зазвучала по-другому совершенно. И действительно, вот смотри, сравните, вот первое. И вот сейчас. Чувствуете разницу, да? Гораздо интереснее стало слушать. Послушайте, что дальше он сделал. А дальше вот так он сыграл. Стало, да, действительно, он стал ее играть тише. Это было вообще вот так, смотрите. А это вот так. Да, действительно, тише еще, пожалуйста. Она стала похожа на первую, только без одного звука. Без одного звука тебе показалось? Да, ты знаешь, какой-то звук убрался. Вместо вот этого... Я сейчас правую руку сыграю, смотрите, как стало. Да, действительно, он убрал. Один звук. Молодчина. Отлично. Пожалуйста. Она написана в миноре. Это еще не в миноре. Это еще в мажоре в том же. Хотя, тут есть вот такое место одно интересное. Вот. Вот это уже предвестник какого-то минора, пожалуйста. Оно было пиано. Да, оно было пиано. Оно было тихо, молодчина. Очень хорошо. Очень хорошо. А дальше вот такая музыка пошла. Действительно очень изменилась, пожалуйста. Она чуть-чуть потише стала. Да, и потише стала, и поменялся характер ее исполнения, пожалуйста. Она медленнее стала. Даже создалось такое ощущение. Она не стала медленнее, но ощущение это создалось, да. Она стала тише. Да, тише, уже правильно заметили. Еще, ну, ребята, теперь вы прекрасно понимаете, что такое такая форма построения музыки. Как она называется еще раз, пожалуйста? Вариации. Да, вариации. Каждый раз музыка звучит совсем по-разному, но... очень похоже на ту мелодию, которая звучала в начале, да? А сейчас к вам очень сложный вопрос. И, как правило, ребята, когда его слышат впервые, они не могут на него ответить. Помнит ли из вас кто-нибудь, под какую музыку мы с вами поздоровались? Пожалуйста, ну. Ну, была в мажоре, да. Потому что половина музыки, половина в мажоре, половина в миноре. Угадать можно, она да? Она была еще в меццо-форте. Тебе показалось, что в меццо-форте. Так, возможно. Это был марш. О, вот это уже очень близко. Да, я поздоровался под маршевую музыку. Я вам спел так. Вам добрый день, друзья. А вы спели? Вам добрый день, учитель. Итак, вот мне сейчас к вам возник вопрос. Помнит ли кто-нибудь эту музыку? Мы с вами ее не слушали давно. Это другая мелодия? Это же самая только вариация. На какую мелодию? Вариацию на какую мелодию? Пожалуйста. Ну? На марш. Правильно. На какой марш, пожалуйста? Турецкий рондо. На вот этот, да? Тебе вот это показалось, наверное, вот это место. Но тут, послушай, вот так звучит. Это
мы с вами попали в одно произведение, которое знают во всем мире. Особенно его знают дети, потому что по нему сняты фильмы, мультфильмы. Оно часто звучит в концертах. Вот сейчас я вам поставлю маленький фрагментик, и вы должны догадаться, что это за произведение. Сколько здесь действующих лиц вы услышали? Одно здесь лицо, два, может быть, даже три, у кого-то четыре, не знаю, сколько. Показали пальчиками, вот так вы смотрите, уже кто-то правильно показывает. Да, абсолютно правильно. Одно действующее лицо было вот. А второе действующее лицо было вот такое. Абсолютно ясно слышно, что это птичка. А вот это... крякает, скорее всего, да? Пожалуйста. Утка, конечно. Здесь в этой музыке разговаривают утка и птичка. Друг с другом они разговаривают. И если мы все знаем, что птичка звучала вот так... А утка была вот так. То в этом произведении утка и птичка, ну, зазвучали, ну, одновременно, абсолютно верно. Утка и птичка. Скажите, пожалуйста, это то же самое, что звучало по отдельности утка и отдельно птичка? Или уже какое-то новое изменение? Как вот вы понимаете? Новое. Да, да, это музыка изменилась, она стала развиваться. То были отдельные герои, а тут они уже стали вместе разговаривать. А вот что сейчас? Постарайтесь, ты что хочешь добавить? Что вот она стала громче и быстрее. Нет, она вот не стала быстрее. Она и птичка быстро пела, а утка по-своему пела. А здесь также осталось, только они уже стали звучать вместе. Вместе одновременно. А вот сейчас послушайте, что вот это такое? Вот сейчас еще разочек. Как ты поняла, что случилось? Кошка. А здесь кошки нет. Еще раз вот послушайте. Да, сейчас вот. Вот сейчас слушаем. Это птичка, узнали, да? Скажите, она такая же веселая, беззаботная или нет? Что случилось? Наверное, напала кошка. Да, на меня, наверное, кто-то напал, была опасность, молодчина. Абсолютно верно ты говоришь. Даже смотрите, как утка отреагировала. Слушайте, утка. Мяу. Что она сделала? Сердито кошка. Утка что сделала? Сердито закрякала на кошку, что та на ее подругу, птичку, решила напасть. Так, слушаем еще. Что здесь в этой музыке происходит? Слушай. Ну, как вы поняли? Пожалуйста. Я думаю, что кошка, ну, подкрадывалась к птичке, потом она хотела прыгнуть, а птичка улетела. Пожалуйста, ты как считаешь?
сначала она подправила, потом настроилась, и птичка улетела. Вот, ребята, вот если вы внимательно слушали, вы бы услышали, что здесь кошка сама растеряна. Она тоже напугана. И что она сделала? Не ушла, а что сделала? Что? Бежала. Мелодия куда шла? Как вы услышали? Вверх. Все выше, 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 выше. Куда она убежала? Конечно. Это же музыке ясно слышно, что она залезла на дерево. Да, пожалуйста. Это, наверное, за ней собака. Да не собака, а кто? Кошка. Ну, это же история про Петю и волка, да. Это, скорее всего, волк появился. Она так волка испугалась, что ж, залезла на самую верхушку дерева. Так, слушаем еще. А? Вот объясните мне, здесь звучала мелодия кого? Волка. Да волки не было, волка не было. Кого? Кошки. Кошки и? Птички. И птички. А почему не так это как-то спокойно рядышком звучали? Кошка на птичку не прыгала, птичка не улетала. Почему? Как вы думаете? А почему? Что такое произошло, что они помирились? Там вдвоем испугались волка. Молодчина, да. Ты сегодня очень правильно даешь ответы. Они вдвоем испугались волка. И сидели на соседних ветках, и кошка даже забыла о том, что ей нужно ловить мышку. И это все передано птичку, извините, да. И это все передано в музыке Сергея Сергеевича Прокофьева. А я хочу, чтобы мы с вами послушали вот такую музыку. Что это за музыка? Слышали ли вы ее когда-нибудь? Никогда не слышали. Вот так она звучала. Пожалуйста. Мне кажется, это марш. Да, конечно, это марш, естественно. А когда звучала она когда-нибудь? Ну, пожалуйста. Да, вот когда. Ну. Кошка на залезла. Нет. Ну. Да, наконец-то вы вспомнили, да. Мы с вами здоровались, ребята, под эту музыку, под эту мелодию. Поэтому сели ровненько. Мы сейчас ее пропоем с вами. И... вопрос. Как вы понимаете, эта музыка звучит в начале сказки «Петя и Волк», в середине сказки «Петя и Волк» или в конце сказки «Петя и Волк»? Ну, быстро. В середине. В конце. В начале. Начале. Ну, все по-разному считают. В середине кто-то считает в начале, кто-то считает в конце. Но по звучанию этой музыки, вы как вы понимаете, это начало истории. Это ее итог, завершение этой истории. Или это развитие, что дальше после этого что-то будет. Вот сейчас мне важно, чтобы вы мне правильно показали. Кто считает, что начало показывает один пальчик, кто считает, что это середина три пальчика, кто считает, что конец пять пальчиков. Глаза закрыли, голову опустили. Так вот, эта история, это уже завершение, это самое начало, или это еще предстоит развитие? Ну, вы знаете, вот я честно скажу, что большинство, можете даже сами посмотреть, большинство показывает 5. Большинство правильно почувствовало, что эта музыка итог. Этой музыкой завершается, открыли глаза, завершается сказка «Петя и Волк». И нам осталось только вам ответить мне на такой вопрос. Как вы думаете,
это совершенно новая музыка, итоговый такой марш, или это музыка на какую-то мелодию из сказки «Петя и Волк». Пожалуйста. На какую-то мелодию. Ну тогда ты уж выдвини свою идею, на какую мелодию. Давайте мы вспомним, во-первых, мелодии. Серебренька. Мелодия первая, главного героя Пети. Пожалуйста. Ну, все вместе. Мелодия птички. Мелодия кошки. Мелодия утки я вам играл. Там еще дедушка был. Там был еще кто? Так вот, чью мелодию вот эта музыка как бы развивает? Пожалуйста, как ты думаешь? Петю, ты как думаешь? Мне кажется, Волка, да? Пожалуйста, тебе. Петя. Петя, ну? Петя. Большинство за Петю, да? Да. Большинство за Петю. Ну, только вот я не могу понять, может быть, кто-то мне объяснит из вас, что произошло с мелодией. Вот мелодия Пети. А вот мелодия конца, вот этого торжественного шествия. Изменилась. Ну, пожалуйста, кто догадается, что с ней стало? Я думаю, что она как бы стала чуть-чуть ярче и, ну, медленнее. И медленнее. Ну, пожалуйста. Там ноты, знаешь, как? Нет, ноты все те же, пожалуйста. Она стала громче и стала звучать более медленнее. Пожалуйста. Это марш. Марш, конечно, это марш. Ребята, пожалуйста, что ты хочешь добавить? Мне кажется, ее играли на октаву ниже. О, молодчина. Ты в музыкальной школе занимаешься, да? Да, ну ты молодец, правильно услышала. Она зазвучала ниже, она зазвучала ярче, торжественнее, громче. И самое главное, ребята, она зазвучала не просто медленнее, а в два раза медленнее. Не просто было та-та-та-ра-та-та, а стало та-та-та-ра-та-та-ра, чуть медленнее. А стало вместо та-та-та-та-та, стало та-та-та-та-та-та. Понятно, да? Давайте еще раз Петю на мелодию споем. И... и торжественную мелодию шествия, которое заканчивается. У меня, ребята, остался последний вопрос к вам. Как вы поняли? А какую мысль я хотел вам донести в течение всего урока? Вот что вот самое главное хотел вам сказать такое? Там все закончилось хорошо. Это правильно. По этой сказке, да, что в этой сказке все закончилось хорошо. А вот когда я брал разные музыкальные примеры, как-то мы их пели, сравнивали, исполняли. Вот что я хотел, какую мысль донести? Вот кто-нибудь? В начале урока? Вообще, за весь в течение всего урока. Я, наверное, что-то говорил о разных произведениях, но я предполагал, что это относится не только к разным, но вообще к музыке относится. То, о чем я говорил. Ксения, ты уже пробовала, пожалуйста? Я думаю, что вы нам хотели, ну, объяснить, что вариация. А не то, так, пожалуйста. Из альбома. Что? Альбом. И про детский альбом, да, мы говорили, и про вариации говорили, и про сказку «Петя и Волк», как по-разному звучат вот мелодии, да, помните? Ну, а вот мысль-то какая? Я хотел донести мысль о том, как меняется музыка. Ты что хочешь добавить? Что если музыка будет звучать чуть-чуть по-разному, то будет намного интереснее. Да. Вот именно, вы молодцы, девочки, вы правильно сказали. Я вам хотел, ребята, показать, что настоящая музыка должна всегда иметь развитие. Она должна как-то меняться. А знаете почему? Нет? А потому что это как жизнь. Может быть жизнь человека, если нет развития? Вы можете себе представить на всю жизнь вот так вот третьеклассниками? Вы даже на следующий год будете на третьеклассников смотреть, говорить, вот какие они маленькие, вот мы четвероклассники. А потом вы вырастете, и
в жизни меняется, и в настоящей музыке тоже все меняется. Это была моя главная мысль. Встали, пожалуйста. До свидания, друзья. До свидания, учитель. Повернулись, занялись.